Это блок русского ниндзя. Сегодня я Анжелика. Что с нас застрелило? Друзья, всем привет! Вы смотрите мой влог. Меня зовут Юлиана Караулова. И прямо сейчас я нахожусь на съемках «Русский ниндзя». И это моя гримерка. Наряды, платья мне приносят стилисты, но очень много своего. Например, вот это моя юбка. Ну, это моя парка. И платье, в котором я сейчас, тоже мое. Исправленная подводка. Перечень испытаний. Главные слова подчеркиваю. Ну, в общем, надо идти. Всем привет! Что такое серьезный? Это блок русского ниндзя. Скоро вас ждут гречка и сосиски. Что еще у нас у тебя? Мозоли и геморрой. Мозоли на языке. Мы пишем рекламные подводки прямо сейчас, а я пока тут похожу, показываю вам. Я так понимаю, что вот это вот именно та самая гора Мидзуяма, которую впоследствии должны будут пытаться покорить финалисты. Ее высота 20 метров. 20, мать их, метров. Красотка моя, как мне повезло. Итак, у нас очередной съемочный день русского ниндзя. И мы клеим мне звук. Нет, не спадает. Вот его подклеить вот здесь, зафиксировать. На что мы его подклеим? На пластырь. Ребята, здорово. Короче, я не такой, как говорит Юлиана Караулова. Она пьет, ты она живая. Ты не я такой. Голубой, это неправда. Ребята, нет. Смотрите, какой костюм. Такие вы красивенькие. Класс. Сегодня. Да. Скажите, у меня здесь ошибка. Мы вот, смотрите. Вот это так нельзя говорить. Мне осталось самое простое в объяснении, третий этап. Мне достался. Ну да, давайте достался. Поменяйте просто у себя, ладно? Привет, привет. Вот так Юлиан, выглядит наша точка с Евгением. Давай. Короче, Юлиан, на самом деле, мне так повезло с тобой. Честно. Я даже не представляю, чтобы я 16 часов работал с девушкой, которую, вот, понимаешь, не было вот этой химии. Ты профи, ты супер. Блин, он реально монстр. С металлической трубы на веревочную лестницу. Далее, камикадзе. Прыжок с батута на вращающийся проход. У нас вот такие вот пушки. Мы с ребятами отсняли часть финала, снимали часа первый 3. Первый этап. Какой 3? Ты что, мать? Больше? 5 часов. Да, что-то сегодня нас как-то не фонтан покормили, честно говоря. Мы подрежем, смонтируем, все красиво будет. Вот так выглядят наши уши, куда нам орут просто редактора. Всякую хрень, причем не нужную. Да, иногда и они ошибаются, поэтому мы несем иногда полную чушь. Ребята, стоп! Стоп, стоп! Тимур, что происходит? Мы досняли, наконец-таки. Голос практически сорван. Я пойду туда. Привет. Да? Ой, спасибо. Нам подарили халатики. Спасибо вам большое. Вы классные. Спасибо. Сейчас. А мой стаканчик кто-то отжал. Точнее, доброе утро, потому что в Москве 8 утра, а у нас в Хабаровске уже 4 часа дня. Мы поспали 3 часа, прилетели из Москвы, были вчера еще в Екатеринбурге. И вот мы здесь, все бодренькие, веселые, выспавшиеся. Посмотрите на эти веселые лица.
мы снимаем клип на песню «Просто так». Просто так. Я вот в абсолютно привычном для себя образе буквально так сегодня проснулась с утра. Что, тебе не нравится что-то? Нравится, я же смотрю. Ты меня не уважаешь? Вот так вот мы только собрались, только начинаем снимать его. Легкий мейк. Легкий, совершенно лайт, да. Мы не ложились. Здесь мы будем снимать. Это, видимо, наша команда. Здрасте, 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 здрасте. Тебе, я тебе не нравлюсь, ты меня не уважаешь? Мне очень нравишься. Что? Чуть-чуть вот как-то тут. Прибить хочется объем. Прибить? Ты меня не уважаешь? Прирезал? Да, 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 чуть-чуть. Сегодня я Анжелика. Давай так, в этом образе будет тебе Анжела обращаться. Все, давай. Все, приготовились. Камера, музыка. Пошли. Снимем то, что сотрём. Подъём. Чтобы не было, не было лишних. Соня, 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 Соня. Стоп! Стоп. Хорош. Пусти себя. Ну, то есть. Не сняли даже треть, а вы уже мёртвые. А прошло уже половина суток. Мы еще не сняли даже треть. Это наш визажист. Художник по гриму. Просто так хочется. Этот строгий мужчина в черном. Это наш режиссер. Знаменитый маэстро Леонид Колосовский. Там, а вот там в очках это наш актер. Его зовут Андрей, но на самом деле это Федор Бондарчук. Делайте вот этот третий. Закрой глаза, закрой глаза. Блин, ну так вам прикольно, да? Да, просто так. Что с вами застрелило? Третья Юлиандра. Триндец. Это Марта лежит. Поплакольку. Да. Групповые месячные. Господи. Раны боевые. Вот это ты зверюга. Время 2:16, а мы только начинаем снимать третий лук. Смотри, что для камеры. Ты должна сейчас как бьюти-блогер рассказать, какие средства ты использовала для создания моего образа. Сначала очистили, увлажнили кожу, потом использовали достаточно плотный тон Dior Skin Forever. Белорусскую тушь. Она правда ведь белорусская. Напоминаю, мы снимаем в Минске. Все любят, очень хорошие. Белорусская тушь, супер объем. А тени вот такие. Армани, да? Такие лимитки Smashbox мы использовали. Блин, у нас, если честно, ругаются постояльцы отеля. Влад, долго нам еще снимать? Слушайте, по сути, мы не снимаем даже суток. Чего вы такие? Что? Нельзя так делать. Еще 25-й ноги. Мне кажется, когда мы вот так разговариваем, нас все равно слышно. Пол пятого утра. Мы снимаем сцену убийства. Такой тяжелый. Вообще. Ребята, уберите. Давай уберем котик. Потом крупный план пистолета. Потом лицо Юлианы Караулова. Тут больше кадров. Потом раз, щик-щик. Ну, у тебя кадров осталось. 5. Пистолет, щик-оп. Ну, скуяли сразу, начиная с деталей. Мне нужен общий план, чувак, это очень так. Тупо. Просто так, встал, выбивает. Хуя. Просто так, хочется. И вышла из комнаты, непонятно кого. Извините, вы попали в идейный спор между режиссером и оператором. Сейчас подсмотрим за Юлианой. Забываете слова своих песен, да? Бывает. Вам стыдно за это? Нет. Нет? Главное быть спокойным внутренне. Мне вообще не стыдно, серьезно. Если я забываю, я либо честно признаюсь,
прям во время песни. Либо даю микрофон в зал. Солнце защитные, пошел, пошел. Спасибо большое.